Уважаемые гости нашего праздника, сегодня необычный и удивительный день. Сегодня праздник тем, кто гордо носит звание педагог, учитель, воспитатель и открывает нашу праздничную программу «Музыкальный номер. Песня учителя». Ручка ходит не туда, ножка ходит не туда.
Вы нас ведете по морям, когда читаете нам сказки, заботы ваши, ваши ласки, всю жизнь необходима нам. Поклон учительнице нашей, она как друг из года в год, большую жизнь и мир прекрасный, дорогу знаний ведет. Эта профессия во все времена была олицетворением служения людям. Учитель учит, воспитывает и ведет по сложному пути знаний, открывая новое и неизведанное. Танец у Прибалтика. Thank you.
Своих учеников вопросы. А готовы ли вы сами ответить на эти вопросы? Без него нельзя обойтись. Оно висит на стене, и его составляет зауч. Расписание. В школе его всегда не хватает. Некоторые любят его есть. От него становишься грязным. Без него не обойтись на уроке. Это проходит в школе. Там что-нибудь решают. Там кого-нибудь ругают. Там выступает директор. Ее любят все ученики, когда она начинается. Все вылетают из кабинета. Правильно. Это перемена. Дети ее любят настолько, что даже поют о ней. Следующий музыкальный номер. Вот утро восстает, идем с тобой на школу. Поскорей, поскорей. Школа — это мир шумный и веселый. Он открыт для друзей. Вот звонок на урок. Но не на нем печатным словом загремит звонок. А также долго для бесконные уроки, некогда помечтать. Вот порог на урок, но не пройдет печатное слово, зазвенит звонок. Слышишь, это перемена, слово перемена. Это перемена. Вашу помощь, интересных идей и, конечно же, крепкого здоровья, терпения и огромного личного счастья.
Праздник всех учителей и школы. Все мы улыбаемся, немного все смущаемся и идем к учителям с поклоном. Солнце улыбается, все вы улыбаетесь. Праздником учителя всей школы. Моя школа, моя, сквозь этим посвящаю. Только для тебя, за дорогие учителя, мы поздравляем всех вас. Желаю, чтобы не было грустных моментов в истории. Жизнь черно-белых фрагментов болтает цветы. И всех вас целуем, мы вас не забудем, и всех очень любим. Все мы улыбаемся, немного все смущаемся. И идем к учителям с поклоном. Ваши ясные улыбки, тонкий ум и доброта в детском сердце оставляют след на долгие года. Спасибо. Надеюсь, вам сегодня понравилось поздравление наших учащихся. Оно было бодрое, задорное, веселое, подняло всем, надеюсь, настроение. Давайте мы еще раз им поаплодируем. Могут пойти в свои классы своим воспитателям, останутся только учителя.